Народные контролеры вышли в очередной рейд. В этот раз объектом их внимания стала алкогольная продукция. Просроченное пиво обнаружено в магазине «Фаворит». Там же ревизоры в холодильнике с молочной продукцией нашли больше десятка бутылок водки. Документов на нее у продавца не оказалось. В 2016 году в ямальские больницы закуплено дорогостоящее оборудование на сумму почти 360 миллионов рублей. 2 аппарата компьютерной томографии, 15 аппаратов УЗИ, 4 маммографа, эндоскопы и биологические микроскопы для проведения исследований, нейрохирургические инструменты. Выяснились подробности аварии, которая произошла во вторник утром на мосту в северной части города. Там столкнулись Ford Scorpio и Toyota Camry. В результате удара американский седан разорвало пополам. Водитель Форда, который и является предполагаемым виновником ДТП, в момент аварии находился под градусом.